Мина-сан, окайри-нясай, вы на канале Ретро Шика, и сегодня мы продолжаем проходить Sailor Moon. Простите, пожалуйста, за задержку. Курама, коничива. Кстати, да, привет, Курама. Вчера я так и не разобралась, как у нас работает рулетка, и она, видимо, срабатывает по шагу за каждые 50 рублей, доната. Security, привет. Охайо, с подключением, что начнем свои веселые приключения. Да, только сейчас я должок перед Курамой выполню. Вот, и что я начала говорить. Вчера рулетка сработала дважды, так как он закинул 100 рублей, а ее работа начинается с 50. И, видимо, она срабатывает на каждые 50 рублей. Поэтому, помимо того, что я должна была назвать его сэмпай, я должна была назвать его Гасюдзином. Так что, Курама, Гасюдзин сама, гоменасай. За то, что пропустила вчера эту награду. Вот, а теперь начнем мучить наших девочек. Ну или мучить мобов нашими девочками. Отправляемся. Сейчас бы еще все вспомнить. А, да я тебя поймаю. Надо получить лекарство. Мучить девочек, куда я в этом шаре. Да, Курама, не сомневаюсь. О, Акон. Привет и спасибо, что напомнил про музыку. Да, я такая отвлеклась на одно и забыла про самое важное. Узнать, слышно ли меня и слышно ли игру. То, что слышно меня, это я поняла, а вот про игру-то я и забыла. Так, о, мы можем что-нибудь купить. Я, правда, не помню, что у меня есть. Да, сестренка, мы все слышим. Привет, спасибо за подписку. И сестренка, это смущает. Так, я не помню, что у меня есть в инвентаре, так что у нас есть бента. Как думаете, стоит еще что-то покупать? У нас вот, надо, наверное, на магию. Больше на магию. Магия. О, пилюля воскрешает. Воскрешает. И в бою. Так. Пилюлек возьмем, потому что могут пригодиться. Штучек. Так, 10. Так, и... Крем для лица увеличивает защиту. Так интересно. Так. А, вот духи восстанавливают всю магию. Давайте вот возьмем духов. Ну и, наверное, один суббента. А теперь отправимся. Где там наша? Ой. Так. А, где был вход? Отлично, забираем все, ну или почти все. Да, пока я искала, куда нам идти, мы нарвались снова на этого босса. Ну... Крутая стрела Сейлор Войнов. Так, там где-то был вход к большим и страшным боссам. А, вот. Странно, это место выглядит знакомо. Оно похоже на точку D на Северном полюсе. Нет, Белил же не могла. Что с тобой, Sailor Moon? Да так, ничего, идемте. Идемте. Мы с тобой вдвоем, Луна покажет. А все остальные в кармане для NPC. Вот они все вышли. Самое главное, что мальчика так взяли и выкинули. Мне это очень нравится. Что за... Множество здешних врагов мы видели и прежде. Демоны королевы Белил. Королевы Белил? Той самой королевы Белил, которая разрушила Лунное Королевство и Серебряное Тысячелетие? Почему эти демоны здесь? Неужели Белил... Возможно, тогда все. Нет, этого никак не могло произойти.
Я должна всем доказать, что я могу их защитить. Мысли мальчика. Сейлор Войны, ваша сила и сила серебряного кристалла. Если у вас есть все это, тогда зачем вы пришли сюда? Простите. Ах да, ведь серебряный кристалл принцессы реагирует на кристалл розы. Неужели все это произошло, пока я находился без сознания? Ты до сих пор как бы валяешься без сознания. И раз в кармашек, и он такой раз и подтянулся. Мне это очень нравится. А вот эта мадама, которая нас убила в прошлый раз. Демонесса номер один. Ох, ты сейчас поплатишься у нас. А киса в карман уже не влезает, да. У нее 4 лапки. Ах да, это же тот самый мальчик, который лежа входит в 5 девочек. Он затягивается в карман для NPC. Спасибо, аноним. Двоеточие 3. Дроп табли донатес. Спасибо за донат. Вот, видите, она второй раз сработала. Аноним Гашидин сама. Аригато. Что, Курама, злорадствуешь? О, вот мы с ней сразу начинаем наносить дамаг, не то что в этот раз. Почему ты злорадствуешь? Я про это спрашиваю. Демал, я как понял, погулять вышел. Да. Так. Сердце розового сластёное. Так, нам надо кого-то хилить? Вроде нет. Сам не знаю. Земная твердь, разверзнись! Сердце розового сластёное! А даже в анимешке забавно смотрелось. А вот так выглядит сердце уже взрослого воина. Что-то у нас только уран наносит много. Остальные как-то копеечки какие-то. Так, давай-ка мы используем на тебя Граль. Вот так. Граль. А что, все, магия кончилась у тебя? Ты боже мой. Быстро. Где-то там были духи. А, отлично, на всех сработает. Так, ты давай исцеляй. Вот эту. Глубокое погружение. Отлично. Мне нравится, что тут магия прям на всех работает. Мы должны после этого апнуться. Вот прям все, мне кажется, должны после этого апнуться. Давай, на тебя вся надежда. Он больше всех сносит. Бей их, убьем. Не получится магией, ногами будем бить. Руками будем бить. Вот ее нельзя обижать. Такой поцелуйчик никаких. Так, а как будет космический, блин? Нет, лучше твердь.
эпично у них атаки выглядят, когда они грали, используют прям выстрелы, выстрелы, светошоу такое. Класс. Она неплохо хилит. Окаменение! Вот какое это окаменение? На нас просто кинули какую-то слизь. Конечно, понимаю, что девочки в слизи, это, наверное, забавно, но... Кого нам надо подхилить? Давай тебя. Ногами это нормально, стильно, модно, ну еще и что там. Ну да, еще такими ножками тогда в сапожках. Да, больше слизи на девочках, бока слизи на девочках. А. Блин, ну пожалейте их, они все-таки в заснеженных равнинах каких-то находятся, их же там. Они же там замерзнут, простынут и заболеют. Я знаю, что такое мерзнуть. Сегодня на улице для меня очень холодно. Так, будем восстанавливать всех духами. Всех обрызгаем духами. Так, кого у нас били? Кого лечить? Бей ногами. И смотри, надевай шарфик. Да. Учту надо и правда надевай шарфик. Уи, мы ее победили! Класс! Не прошло и полгода. В прошлый раз ковыряли, а толку никакого. Так, Чибимуна апнулась, Сейлор Мун апнулась. Хотя бы две апнулись. Это классно. Так, пойдем наверх пока. Да, она неплохо дала денег, да. О, алмазная диадема. Найс. Что нам даст алмазная диадема? Так, диадема дает защиту. А что нам дает ожерелье? А ожерелье тоже дает защиту? Ну тогда диадема, конечно, это же... Диадема для самой Sailor Moon. Так, это, я так понимаю, тупик. Не зря пошла наверх. Ой, следующий, походу, босс такой же. Демонесса номер два. О, какой она, как она стоит. Давайте для начала это используем. Наверное, от твоих ног больше пользы, чем от магии. Ня! Сердцами тебе. О, неплохо так. Они прям как Вольтрон, только они вместо большого робота превращаются в большую королеву Селенити. Забавно. Так, давайте пока Грааль используем. Грааль. Вольтрон из девочек, да? Сначала будут руки и ноги, затем тело, а я буду головой. Насколько я помню, как они там собирались, Большого Вольтрона. Да, согласна. У них очень вызывающие позы. У меня, кстати, в детстве была игрушка Вольтрон. Он реально состоял из пяти львов и собирался в одного большого робота. Это классно было. Аж целых двоих отравили. В общем, я ни разу не против, что вот одежды было бы чуть-чуть поменьше.
Так, хилимся, там где-то были. Я забыла, что лечь. А, универсальное лекарство. Чтобы ты еще с нее сняла туфли. Браслетик. Так, беда, у нас магия кончилась. Духи. Исцеление. А, магия кончилась. Бьем ногами. У тебя магия еще не кончилась. И у тебя еще есть. Глубокое погружение. Так. Отлично. Все-таки Уранус у нас самая сильная. Вот так вот. Все, мы все излечились. Ну только не трави нас снова, ну за что? Блин, на, всеми. Сурмун отравилась. Их. Не люблю, когда нас травят. Ой, блин, не на ту использовала. Главных воинов отравила, ведь самых главных воинов отравила, зараза. Как я не люблю здесь таких травящих демонов. Давайте, бейте. Убейте ее. Отлично. Но еще больше денег дала, 6500. Где же она держала эти 6500 йен? Так, давайте-ка мы используем. Нам надо вылечить двух милых мадям. Лекарства Шварца у нас, благо, достаточно. Так. Онемел. Онемели они тут, понимаете. Все, можно идти дальше. Вот он зачем? Туфли пусть будут, а вот остальное долой. Это детская игра, секьюрити. Здесь нельзя, остальное долой. Так, прямо или вниз? Ладно, пойдемте пока сюда. Ой, сундучок. Мы нашли живую воду. Отлично. Мы нашли живую воду. А, нет, сундук, сундук. Я хочу дойти до сундука. Почему вы меня отправляете в бой? О, еще интереснее поза. Вот такой позы мы еще не видали. Она падает, она споткнулась. Надеюсь, она не травит. Быстренько одолеем. Так,
Тогда, если меньше одежды нельзя, давайте заменять трусики на чулочки, туфли на перчатки. Отлично. Нет, у нас сверху устраивается это геройское приземление. Сейчас мы ее накажем. Давай еще пока спираль. А, она нас будет замораживать. Ох, нифига. По всем попало. Так нельзя. Так. Ты, красоточка, давай лечись. Ты нам духи. А мы будем пинаться. Отлично, поехали. Сомнительно, что ей это удастся. В конце концов, эти целые, ну, очень величие. Действуй, Сейлор Мун! Да! Мать. Ну, собственно, по канону. Это подмигивающий смайлик, я так понимаю. Так, нет. Я так понимаю, тут в конце будет королева Белил, да, у нас? Уху! 7200! И опыта 99! Отличненько! И сундучок! Маникюр! Теперь мы можем царапаться! Да сколько ж вас можно... Сколько тут демонесса? О! У нее... Она в Халка превращается, у нее одна рука зеленая. Так, я же за тебя хотела не это сделать, я же вот это хотела сделать. Так, я хочу вылечиться. Ух ты! По всем попало. Так. Не тебе. Так, нам надо лечить Уранус. Уранус будет опять всех брызгать духами. А мы так справимся. Я, наверное, впервые тут натыкаюсь на босса, который по нам сразу по всем так хорошо попадает. А не надо духов. Вот.
у нас лучше всего атакуешь. Нет, стоп. Так, нам надо вылечить вот эту. Я сейчас бы накосячила. Как она больно бьет, а? Надо срочно Уранус лечить. Давай! Она очень много снимает так. Причем со всех. Так, продолжаем лечить Уранус. Видимо, они дальше все сильнее и сильнее все-таки становятся. Давай уже исчезай! Казан. Вот если сейчас Нептун добьет, это будет нечто. А, нет, не судьба. Судя по ее виду и позе, она хочет познакомиться с девочками гораздо ближе. Возможно. Да хватит по нам по всем попадать. Что такое-то? Вот тебе. Так, нет, нам надо. Нам надо всем восстановить магию. Так, Чебиус. Хотя... Прости, Чебиусу, мне самой надо подлечиться. Простите, пожалуйста. Еще конфетти получили какое-то. И все немножко выросли. Так. Нас надо подлечить. У нас есть Бента. Конфетка вообще мало что-то восстанавливает. А эти апнулись, у них все хорошо. Они стали еще сильнее. Ну, пойдемте искать. Да дайте вы хоть немножко-то пройти. Ну, вот это уже вон как стоит такая. Воинствующая девушка. Да, почему нет? О, иллюзия. А, я, ну, смотрите-ка, это. Заиллюзировали. А с ней можно договориться, я надеюсь, нельзя. Ага, мы не можем использовать. А, потому что она... От иллюзии у нас тоже что-то должно помогать. Помогает от глубокого сна.
колбаски из осьминогов. Пилюля восстанавливает. Может, от глубокого сна поможет? Мне нравится. Устраняет приступ эгоизма. Почему нет? От очарования. Будильник. А это спящих. Какая же атака, смотрите. По всем сразу. Так, а ты будешь просто стоять, да, у нас? Как нам с Чебиуса это влетело, это прям сильно. Давай умирай после этого. И у нас магия кончилась. Так, духи. Так, мы с тобой Бента будем есть. Сейчас умрет так с такими успехами. Я не думала, что ей так много снимут. Так, ее надо срочненько лечить. Так, собственно, и Сейлор Мун надо лечить. Ладно. Сейлор Мун, думаю, сама себя подхилит. Хватит нас избивать. Так, я подхилилась. Ее мы подхилили. А еще Нептун на грани. Прям на грани. Исцеляющая сила луны. Так, Юпитер, а уже хорошо. Юпитер? Здесь секьюрити нет Юпитера. У нас тут Чебиуса, Уранус, Нептун, Сейлор Мун и Сатурн. А, Сейлор Мун же еще сейчас это. Надо ее. Да блин, неохота универсальное лекарство тратить. Что интересно может тут помочь? Она не спящая вроде бы. Она... А, я поняла. За глаза. Прям всем хилиться надо. Малыш тоже на грани. Нет, лекарство как раз хорошая штука. Она помогает прямо от всего. От отравления. Помогает вот то, что сейчас было Сейлор Мун.
То есть реально прямо от всего. И оно хорошее, но... Так. Но его мало. Вот самая главная проблема. Так. Чибиуса убили! Жесть какая! 10 тысяч и суп Яга. Сейлор Мун выросла, а Чибиуса не выросла, потому что умерла. Почему демонические девы? Как и ожидалось, неужели королева Белилы в самом деле возродилась? Как такое произошло? Уверена, что в центре пещеры мы найдем разгадку этой тайны. Мальчик подтягивается. Богатенькие буратины вроде. Так. Давай еще. Все. Вроде бы мы всех тут накормили. Все полны сил. Отправляемся дальше. Отправляемся мы записываться. А потом, скорее всего, буду королева Белил. Запись. Отличненько. О, сундучок. Вкусно отбивную. Так, в середине пещеры. Где-то тут что-то должно быть. Или надо обратно вернуть? А, подождите, вот это что? Причина реакции кристалла розы, по всей видимости, находится где-то здесь. Я не могу над этим парнем, который выкатывается из-под ног такой. О чем ты? Это же тупик. Нет, здесь должен быть потайной вход. Или кто-то создал эту иллюзию как ловушку. Мы должны верить в серебряный кристалл Чибиусы. Да вы что? Там же ничего нет. Очнитесь вы! Ой. Ай. Что это было? Ух. Как это чувство? И королеву запинаем, устроим революцию... Сдерни мне йо-хо-хо. Йо-хо-хо. Вот королева Белил. Я ждала вас, Сейлор Воинов и принцесса. Сейлор Мун! Белил, ты уже была... Ты же была уничтожена. Так она... Королева Белил? Да, вы думали, что со мной покончено, но вот я вновь стою перед вами. И как вы думаете, почему? Да все потому, что судьба... Та судьба, в которой вы меня победили, была изменена. И на сей раз мой черед убить тебя, Сейлор Мун. Вот эта прическа, ничего не скажешь. А, боже мой, забавно как. Ну вот, с ней так просто ничего не выйдет, я думаю. И бить она будет больно. Полагаю. Вот тебе. Неужели она может быть такой удобной? Такая прическа, особенно при такой погоде. А там ее просто очень удобно делать. Заливаешь волосы как бы водой, расчесываешь, и она у тебя замерзает и становится в такую вот. По-моему, все гениально.
Так. Исцелять будем в первую очередь уран, потому что это наша боевая мощь. Самая главная боевая мощь. Смотрите, Нептун уже по 26 стала наносить. Так, духи. Тут нам надо духов много духов. Как думаете, долго будем ее ковырять? Ну хотя Уранус наносит по... Ну только не трави нас, пожалуйста! Господи, мимо. Остановили магию. Это просто когда мы используем общую атаку, у нас сразу 6 кристалликов у всех забирается. Так, что ты можешь сделать? Давай стой в блоке. Взрослые сейчас справятся. Нет. Ну, конечно, Сейлор Мун отравили. Чебиусу используем как такого это. Я забыла, как называть такого персонажа, ну короче, он помогает. А саппорт, который будет всех тихоря кормить, лечить. Нет, стой. Куда на себя-то? Вот на нее надо. Что-то как-то она достаточно быстро, ну, ее победили. Тебе Мун выросла. Ну, разумеется, мне не показать своей истинной силы в таком обличии. О, боже мой, сейчас будет все-таки второй этап еще, видимо. Сейлор Мун. А знаешь ли ты, почему я ожидала тебя именно здесь? Нет, я рассчитывала, что ты сама нам расскажешь. Да, быстро закончилось, совсем не по-боссовски. Сейчас будет просто второй этап, судя по всему. И все-таки раз и собрались вокруг кошки и забили на королеву. Я слышала про странные вещи, которые начали происходить с людьми. Они повсеместно оказались подвержены влиянию магнитного излучения. И похоже, что оно исходит как раз от горы Фудзи. Верно. Именно здесь происходит слияние всех сил Великой Металлии. Хочешь сказать, что когда темные силы сольются воедино, я покажу вам свой истинный лик. Что началось-то? Супер Белил! Даже подхилиться не дали. А вот сейчас мы тут надолго. Слиться это хорошо, слиться мы одобряем. Охренеть, она сразу же убила Сейлор Мун. Как? Ужас какой. Так, у нас там было что-то воскрешающее. Пустила корни. Я между тем напоминаю, что до сих пор у них есть парень с зелеными волосами, который... валяется в кармане. Да, и на него только что упала Усаги. Так. Нас
на всю жизнь. Так, что же у нас там было-то, то что... Молоток поможет от глубокого сна. Ну да, почему нет? Вот пилюля. Безнадежно, она слишком сильна, то есть так положено было, окей. Сейлор Мун, используйте два серебряных кристалла вместе. Серебряные кристаллы настоящего и будущего. Поняла. Чиби Мун, я готова. Серьезно? Серебряный кристалл не действует? Не может быть. Как же так? Почему серебряный кристалл не сработал? Вы не можете использовать его силу против меня. Я избежала судьбы, в которой была уничтожена серебряным кристаллом. Она блефует, не сдавайтесь. Нас вроде убили только что. Окей. А этот слой реальности, понимаю. А я ничего не понимаю, что произошло. Она просто снесла 9999. Блин, мы из-за нее сейчас не смогли использовать эту стрелу, потому что она загипнотизировала Уранус. Ня! Тебе сердцами. Так. Ну, пока мы ее тут постепенно пытаемся изничтожить, так, кого бы исцелить? Давай тебя. Скажу, что сразу объявлю, что завтра не будет стрима, я завтра еду домой, поэтому не смогу провести стрим. А в воскресенье у нас будет стрим в 4 часа по Москве. Будем проходить Metal Warrior, на который в прошлый раз Аркон закинул денег. Вот. Так что... Если хотите, чтобы я во что-то проиграла, можете предлагать также через донатик, например, в 50 рублей. Вполне сойдет. И я поиграю в ту игру, которую вы хотите. Разумеется, это должно быть пиксельное ретро. Вот. Ну или что-то похожее под ретро. Так. Поставлю блоки пока что. То нет. Духи. Ты возьмешь на себя духи. Они еще есть, еще 6 штучек есть. Надеюсь, за следующего босса я успею закупиться. Хватит нас избивать. Я не помню, чтобы она в анимешке зелеными волхами становилась. Но я, кстати, начала пересматривать Sailor Moon. Только первый сезон еще пока идет. Вот, дойду до Белил и посмотрю. Она пока в блоке постоит. Yeah.
Надеюсь, что мы ее быстренько сейчас завалим. Не хотелось бы много времени тратить на нее. Мы тебя уже победили. Так, давай ты будешь нас потихонечку лечить. Хочет верить в то, что вы ее победили. Главное, мы в это верим. Что значит не хочет верить? Мы ее и сейчас победим. Мы все сможем. Она уже потратила все свои силы на тот залп. Сейчас мы с ней справимся. Ну-ка, убери свою иллюзию. Зачаровала все-таки одна. Давайте попробуем компресс все-таки использовать против нее. Кто поможет? Кристаллики кончились. Нет, компресс тут не помогает. Учтем. А нет, смотрите, помогло походу. Сердце розового сластены. Я надеюсь, что это последний круг. Давайте мы ее это по-быстренькому отсюда спровадим. Она Уранус посмела заворожить. Зараза. Yes! Мы победили! 1000 опыта, 30 тысяч йен и маникюрчик на халяву. Уху! Все апнулись! Мы молодцы! Побеждена! Я вновь побеждена тобой! Нет, я не могла пасть от серебряного кристалла. Я же избежала судьбы, когда была повержена Сейлор Войнами. Я думала, что в этот раз мир покорится мне. Эндимион! Королева Белил так непримилима. Девочки. Все в порядке? Я исчерпала все свои силы. Я тоже. Все хорошо, что-то не так, Сейлор Мун? Я рада, что все живы. Войны, это еще не конец. Мы все еще не нашли кристалл розы. Когда мы найдем его, Мамору вновь придет в себя. Кристалл розы. Что это? Даже не представляю, какой из них настоящий кристалл розы. Они зеленые. Я думала, кристалл розы будет красный. Предоставь это мне. Вот он. Аншар? Он не должен тебе принадлежать, Леди Сиренити. Что? О чем ты говоришь, Аншар? Отдай мне кристалл розы. Если я отдам его тебе, так Седамаск снова восстановит свои силы. И тогда ты и я будем вынуждены сражаться. Я не могу этого допустить. Наконец-то ты открыл глаза, Аншар. Син? Сестра, нет! Син! Все правильно, Аншар. Леди Сиренити. Нет, Чебиуса.
Ничто не смогло бы сделать меня более счастливым, чем возможность сражаться с тобой бок о бок, но ты была слишком горда. Так, давайте мы просто набьем кому-нибудь лицо, как всегда. Я думаю, сейчас это и будем делать. Нет? Они исчезли? Почему? Почему, Аншар? Ты ведь защищал меня и Момоку. Так он заодно с врагами? Чебиусов, взбодрись. Каждый может допустить ошибку, это не твоя вина. А у меня такие же зеленые волосы, как у него. Обрати внимание на меня. Теперь уже ничего не изменишь. Это выглядело так, будто бы Аншар и правда хотел помочь нам. Но он всего лишь воспользовался тем, что ты доверилась ему. Ладно, пора возвращаться. Все остальные должны были уже вернуться. Все будет хорошо, Чебиуса. На этом третья глава подошла к концу. Желаете сохраниться? Да. Вражда. Там была показана одна Сейлор Мун, то есть мы сейчас будем чисто за нее играть. Итак, Аншар оказался врагом. Да, это было слишком для Чебиуса. Эй, Усаги! Чебиуса ведет себя довольно странно. Опустила голову и молчит, и так уже довольно давно. Интересно, что с ней такое? Может, еще ее в школе дразнят? Как же ты меня бесишь! Неужели сложно хотя бы постучаться, прежде чем войти? Какие-то проблемы, дурочка Усаги? Ня-ня-ня-ня-ня. Шинка, как всегда в своем репертуаре. Также стало известно, что Син сестра Аншара. И если я права, то Син является предварителем наших врагов, которые пытаются изменить судьбу всего мира. Усаги, звонит твоя подруга. Да, надрать ему уши. Алло, Муси-Муси. А, Ами, как дела? Мамору пришел в сознание. Правда? Такое ощущение, что она такая маленькая, а телефон, тумба с телефоном такая огромная, и там книги стоят. Правда? Мамору стало лучше? Но чтобы полностью восстановить силы, ему понадобится денек-другой. Мамору, Мамору выздоровел. Там полетела куда-то, да, или что? Все, угомонись, девчонка. Чебиуса, Мамору стало лучше. Неужели? Мамору снова здоров? А вот этим хвостатым нужно провести допрос с пристрастием, а то напрягает их постоянная осведомленность обо всем и выдача информации микроскопическими дозами, ну прям Гендальф. Ну да. Как насчет того, чтобы пойти к нему? Да, идем. Как она кивнула так, глубоко так кивнула головой. Так, Мамору себе голем сделал, как я погляжу. Ага. Из девушки своей и дочки будущей. Это вообще очень странно выглядело на протяжении всех анимешек, что дочка, даже осознавая, что она дочка в дальнейшем будет ему, все равно липнет к Мамору. Нормально. Алло, ты меня слышишь? Так. Несемся! Я правда не помню, куда идти. А, ну вот. Собственно, пошли. Так, а где его квартира? Которая? Которая? Так, сюда не заходит. Сюда не заходит. А, там была Луна Пи. Давайте сохранимся. И чё? Усаги, в следующий раз ты хотя бы прощайся, а не бросай вот так трубку.
Мамору уже заждался. Теперь мы можем сосредоточиться на битве с нашими врагами. Не могу поверить, Усаги, Мамору снова с нами. На мгновение мне стало даже интересно, что же произойдет дальше. И что опять прокачиваться на бедных и несчастных прохожих? Не знаю, посмотрим. Мамору! Мамору! Усако! Ты пришла? Не волнуйся, Мамору, Усаги с тобой. Кстати, я не одна, я с Чибиусой. Я не пострадала, и все благодаря тебе, Мамору. Я рад, что вы обе невредимы. Мамору, ты как? Держись. Ничего, все хорошо. Сейчас я хотел бы поговорить со всеми. О чем? Мне приснился необычный сон. Возможно, даже он был пророческим. Пророческим? Брак прошел сквозь время и в далекое прошлое. Может, это... Ах, в заброшенном лунном дворце там были люди, у которых был кристалл розы. Постой, а там случайно не было человека, которого звали Аншар? Нет, у Аншара не мог быть кристалл розы. Если мы сумеем разыскать море Селинити на земле, то сможем отправиться в то время. Есть какое-то море Селинити? Не Аншар был нашим настоящим врагом. Настоящим был... Нифига, он кашляет, аж подпрыгивает на кровати. Все хорошо, Мамору. Теперь наша очередь помочь ему. Мамору, ради Усаги ты должен собрать все свои силы и полностью поправиться. Мамору сказал что-нибудь? Да. Он сказал, что враг отправился в далекое прошлое. Но ведь прошлое... как странно. Я не могу ничего вспомнить о принцессе Селинити. Интересно, почему? Может прозвучать странно, но я тоже ничего не помню. А нет, должно быть, я не уделяла занятиям достаточно времени. Подождите-ка. Вы что, меня совсем не помните? Они помнят Усаги, но похоже, что все забыли. Как странно. Постой, Луна, о чем это ты? Ну, я пытаюсь сказать, что... Что стало причиной исчезновения наших воспоминаний? Возможно, в прошлом наши враги сделали что-то, что могло изменить ход истории, и судьба Усаги, согласно которой она была рождена как Селинити, изменилась? И вполне может случиться так, что Усаги больше никогда не сможет стать Сейлор Мун? Думаю, это лишь верхушка айсберга. Судьба может измениться таким образом, что Усаги и Мамору вообще никогда не встретятся. Я не встречусь с Мамору? Я не хочу такого! Эй, послушай меня, этого никогда не случится. Похоже, нам придется вернуть прошлое в его былое состояние. Да, именно это нам и предстоит сделать. К тому же, нам снова придется противостоять нашим противникам. Но как же нам вернуться обратно в прошлое? Легко, мы просто воспользуемся вратами пространства и времени. Но это слишком опасно, ведь враги их тоже используют. О, господи, ну его морда кирпича просит. Что за беседа? Это про Мамору? А где сейчас Плутон? Надеюсь, с ней все хорошо? Может, ты, Чибиуса, знаешь, где она находится? Да нет. Я не знаю, где сейчас Пи. В таком случае, как насчет того, чтобы самим взглянуть на врата? Вот только, чтобы попасть туда, нам понадобится ключ пространства и времени. С его помощью я попала сюда. Постойте. А стоит ли нам всем туда идти? Пока Мамору до конца не поправился, нельзя допустить, чтобы его враги воспользовались случаем и взяли ситуацию под свой контроль. Ну хорошо, кто же тогда отправится к вратам вместе с Усаги? Так, чтобы добраться туда, мне понадобится помощь Чибиусы и еще трех воинов. Итак, кто хочет пойти со мной? Ага, мы должны выбрать. Так, ну, я беру с собой Гранусу. Ей! Она достаточно сильна. Так, 16, 15, 13, 14. Значит, мы берем с собой Меркури. А, что? Уранус. И я не думала, что тут можно выбирать будет воинов.
слабовато для 16-го. Давайте Макс возьмем с собой. С ее мандала. Ну все, отлично. Мы выбрали. Так, а как нам отсюда выйти? Так. Окей. Космическая сила Луны. Дай мне силы. Лунная призма. Звездная сила Марса. Звездная сила Меркурия. Сила планеты Уран. Давай, Чипимун. Стражи времени. Откройте нам врата пространства и времени. Мы взываем к тебе истинное имя времени. Всемогущий бог времени, его отец и защитник Хронос. Веди нас, защити нас и укажи нам путь к свету. Класс. Боже мой, думаю, что такое странное у Саки, силуэт такой, а у нее там кошка на голове. Ого. Так, где мы? О, врата. Остановитесь! Как много времени прошло, Сейлор Мун? Сейлор Плутон, ты жива? Сейлор Мун, поскольку у тебя серебряный кристалл, тебе придется покинуть это место. Как? Почему? Врата пространства и времени переполнены темной энергией. Серебряный кристалл просто не способен будет его противостоять. Поторопись, прошу тебя. А, вот как. Принцесса, твой серебряный кристалл тоже. Сейлор Мун, это не Пи. Что? Почему это? Потому что Пи никогда не назвала бы меня принцессой. Проклятие, вы меня раскрыли. Ну и ладно, все равно бы это случилось. Опять это. Нергал? Да, это снова я, Сейлор Марс, и на этот раз ты уже точно умрешь. Ты что, охотишься за мной? Называй как хочешь, но даже не смей думать, что моя сила осталась такой же, как прежде. Я преобразилась, и на этот раз победа будет за мной. Начнем же битву. Так я и думала, вперед! Опять она в этой позе стоит. Ну что ж, ладно. Ты, ё-моё! Она сразу убила Чибиусу, просто сразу. Что? Так, ладно, нам надо возродить Чибиусу. Но она явно стала сильнее прям. Даже Уранус ей наносит всего 60. А вот Рей наносит много достаточно. Так. Блин.
Плюс у нас духи используют. Духи. Опять убили. Да что ж такое-то? Мы ее будем долго, походу, точно колупать. Так, ладно, ну хоть Уранус подлечили. Есть смысл ее вообще поднимать? Так, давай-ка ты духами воспользуешься как раз. Много-много-много сняла. Такое ощущение, что это раз враг непосредственно Орлей, она и наносит больше всего удара. Можно вот так вот. Мимишка, спасибо за комплимент. Так, они убили у нас Рей. Рей чуть-чуть не дожила. Ужас какой. Так, надо срочно ее восстанавливать. Опасно. Я уж думала, что она сейчас опять малышку убьет. Ой, ей плохо. Как ей плохо. Ну, еще и иллюзия, у нее не было иллюзии вроде как. И на Чебиуса в итоге. Yes! Мы ее победили! Марс выросла. О! Это хорошо. Черт, одной мне с ними не справиться. Ну ничего, ведь воин пространства и времени все еще в моих руках. Она полностью в моей власти. Я буду ждать вас внутри врат пространства и времени. Ха-ха-ха-ха. Стой! Должно быть, это очередная ловушка. Даже если и так, я все равно собираюсь пойти помочь Пи. Конечно. Что бы ни случилось, никогда нельзя бросать друзей. Раз Эйлор Плутон здесь... раз Эйлор Плутон здесь нет... то тот, кто послал тебя сюда, Чебиуса, исчезнет. Сейлор Мун. Мы сможем это сделать. Вперед! Ой-ой. Нам надо пройти, типа, по этому мосту. Он вниз такой извивается. Ой. Интересно, упасть можно? Не хочу падать. А... там сундуки были. Так. Везунчик, вы нашли оригинальную карту? Эй, я до сундука ведь шла. Ну, началось. Кампанура. Кампанура. Thank you.
Ну, посмотрим, насколько они сильные. Неплохо, неплохо. Макс все-таки сильна тоже достаточно. Да и Макс мне неплохо. Горжусь своими девочками. Они такие молодцы. Они выросли просто у меня на глазах. Эй, вы чего мне тут их цепляете, а? Нам нужен молоток. Меркурий выросла, Чибимун выросла, Уранус выросла. Отлично, качаемся, больше качаемся. Так. Вы нашли торт. Торт это хорошо. Ой. Какая странная. Гранатовые сережки. Что, пройти нельзя? Вот. Особенное блюдо. Святую ягоду. Что еще мы тут найдем? Крем для лица. А, я знаю, какой крем для лица может повышать это. Защиту. Женщину-кошку вспомните, там был какой-то крем. Бьюти. Она там врага своего била, и у этой женщины из этого крема не чувствовалось боли. Да что такое-то происходит? Нас все швыряет куда-то. А, мне так страшно, что можно упасть в эти штуки. О, можно сохраниться. Сохранимся. Вы нашли Сан-Лоран. Что такое Сан-Лоран, интересно? Так, у нас ведь, наверное, кто-то чем-то не снаряжен. У нас есть аксессуары. Так, нет, ты полностью одета. Что у меня по Чибимун? А вот у Чибимун вообще ничего не надето. Ну-ка. Отлично. А вот теперь надо сохраняться. На самом деле, насколько я знаю, тут всего 5 глав. Вот мы дошли наконец-то до 4-й. Кристальный бургер. Красную униформу? Зачем нам красная униформа, интересно? Ой, боже. Берегись, маленькая леди. Не подходите ближе. Это дерево вырастает из... высасывает из меня энергию. Если подойдешь слишком близко, дерево поймает и тебя, маленькая леди. Прошу, возьми гранатовый посох, который лежит внизу. На земле уже объединилось множество наших врагов. Вы можете воспользоваться посохом, чтобы победить их. Если обнять силы людей, желающих мира, то тогда, даже если я исчезну, прошлое вернется в свое нормальное состояние. Мы не можем тебя здесь бросить, Пи! Она права, мы не оставим тебя здесь умирать. Будем сражаться с деревом. А за деревом дерево, а за деревом куст, за кустом снова дерево. А за деревом дерево, а за деревом дерево. А за деревом куст. Каждый раз вспоминаю эту песенку. Не знаю почему. Посмотрим, может мы уже сможем посильнее что-то. Ту-ту. Как мало мы ему вообще. А! Как сильно убьет нас!
Ужас какой. Духи. Нам нужны духи. Бой! Я надеюсь, с деревом мы долго возиться не будем. Хорошо, что у Сейлор Макс достаточно жизни, чтобы выжить. Так, будем лечить Макс. Ты пока в блоке постой. Исцеляющая сила луны, помоги! Так, пока у нас он сосредоточился именно на Рей. Но она сильна, ничего не поделаешь. Даже Уранус у нас тут достаточно слабенькая по сравнению с Максом почему-то. Так, копницы, избивающие дерево ради денег, это уже весело. А что? Мы всех избиваем ради денег. Мы у всех их находим. И мы тут воспитываем младшее поколение, видите же? Младшее поколение. Дерево не дерево. Кто мы такие, Бернар? Мы гопницы. Мы избиваем, мы грабим. Так, у нас опять нету. Духи заканчиваются. Так печально. Значит, давай грабим его. Давай! Дух огня. Вообще дух огня должен его сразу сжечь. Вот смог М. Он обмазан защитным маслом. Ура! Так оно не исчезло никуда. Всего 10 йен. Какое-то бедное дерево. Зато Сейлор Мун выросла, Сейлор Макс выросла, Сейлор Меркури, Чибер Мун и Уранус. Все мы выросли. Маленькая леди, девочки, благодарю вас. Путь сквозь пространство и время, он трясется. Если мы не поторопимся, то все рухнет. Уходим отсюда скорее. Послать солнце! Пославляем солнце, и на нас падает луч солнца, который нас куда-то переносит. Все логично.
Ну что же, теперь все Sailor Moon в сборе. Нам пока еще рано расслабляться. Ведь враг еще пытается изменить судьбу прошлого. Судьба, изменяющая судьбу. Может, эта трагедия и явилась причиной падения Серебряного Тысячелетия? А стоит ли нам вообще вмешиваться в это? Было бы неплохо снова стать людьми, которые когда-то населяли Луну. Но если это произойдет... Дура, о чем ты только думаешь? Враг изменяет судьбу целого мира ради удовлетворения собственных амбиций. Разве ты не хочешь и дальше жить в том мире, в котором мы живем? Ты что, ненавидишь всех, кто находится здесь? Прости. Но я просто не могла спокойно все это слушать. Как бы там ни было, но судьба, в которой мы можем измениться, для нас отнюдь не завидна. Было бы огромной ошибкой не считать своим долгом вернуть судьбу мира в то состояние, в котором она должна находиться. Иное означало бы пустое существование. И в то же время нам нельзя изменить что-либо на свое усмотрение. Нам понадобится немало сил, чтобы изменить судьбу и привести ее к тому виду, какой она была до этого. И неважно, лучше или хуже. Да, мы не можем изменить ход истории, чтобы исправить свои ошибки и скрыть недостатки. К примеру, изменить судьбу так, чтобы с тем, кто тебе нравился, это уже не была бы настоящая любовь. Рэй, несмотря на все, враг изменяет судьбу, даже не задумываясь о последствиях. Это просто недопустимо. В любом случае, чтобы помешать врагам изменить судьбу, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить их, прежде чем они доберутся до врат. Усаги, ты так и не дорассказала о том, что говорил Мамору, когда вы остались одни. Ах да! Мы должны разузнать, где находится море Сиренити. Секундочку, я попытаюсь выяснить. Бип-бип-бип! Бип-бип! Бесполезно, данные не найдены. У нас слишком мало информации о Луне. Ох, а что этот мальчик только ей не говорил? Ладно, тогда я схожу в книжный магазин и попробую что-нибудь разузнать. Усаги. В книжный. Разузнать. Это правда другая история? Если что-то найду, сразу же вернусь. Так, хорошо. А где у нас книжный магазин? Да, я желаю сохраниться. Так, что у нас с пазлом? А пазл почти собран, пазл почти собран. Мы так справились хорошо. Если вы пойдете на восток, то дойдете до храма Хикавы. А если на запад, то доберетесь до больницы Джубан. А нам нужна книжная лавка. Так, так, нет. Не сюда. Я же где-то находила книжную лавку. Так, давайте кому-нибудь сюда. Да пусти ты меня. Вам придется сразиться со множеством врагов, и только после этого вы сможете повысить свой уровень. Да ладно, без тебя мы не знали этого. Я духи хочу купить. Я не помню, тут их покупал или нет. 83 тысячи. Так, ну я их не тут покупала, окей. На это почти месяц можно жить в Японии. Отафукуя.
это одежда. А вот тут, наверное, если можно подойти к продавцу, продавец. А вот тут духи. О, духи, помада. Восстанавливает всю магическую силу. Восстанавливает вообще все. Пампас. Так, нам нужны духи. Много духов. Больше духов. Так, пилюли. Вот и не стало денег. Так, так. О, книги. Я нашла книжный магазин. Где здесь искать книжку? Вы закупились и пойдем новые забирать. А, вот закупились и пойдем новые забирать. Да, сейчас пойдем. Вы что-то ищете? Ну, вообще-то мне нужна информация о Луне. Секундочку, возможно, у меня найдется что-нибудь для вас. Конечно, ведь в нашем современном мире ведь Луна имеет историю о том, что в прошлом у нее было серебряное тысячелетие. Тут у нас книги по кулинарии. Так идет. Учебники по арифметике. А это что? Что здесь делает журнал на Киёши? О, нашел, вот же она. Книга, которую вы искали, юная леди. Да, та самая лунная книга. Та самая лунная книга. Мы знали, что мы ищем. Эта книга стоит 1 000 000 йен. Сколько так дорого? Ну, вы такая милая, думаю, я снижу цену до 300 йен. Нехило он так цену снизил. Вы получили лунную книгу. А почему вас так интересует эта книга? Может, вы хотите стать астронавтом, когда вырастете? Или, например, лунной принцессой? Ну, думаю, здесь должна быть какая-то связь. Ладно, был рад встрече с такой милой особой. Прошу, заходите еще. Так, это мы библиотекарю не доверяем. Это продавец книжного магазина. Так, ну мы книгу получили, что надо идти обратно в храм. А, как я пришла отсюда? А, вот, тут где машины ходят, да. Не в храм, а... Нет, мы в храме были. $1 000 000, мухаха. Да, и нам скинули всего до 300 йен. Что он с этого выиграл? Может, там осталось что-то за кадром, чего мы не знаем? Не надо мне в Академию Муген. Так, мы что, население города истребили? Почему противника нет? Не нас боятся. Черная кошка тут, все дела. Так как дойти до храма Хикава? Нить. Нить. Сюда. Тоже нить. Как так-то? Выше. Сюда. Передвигаемся со скоростью света. Так, записываемся.
Записаться! А, они все еще тут стоят. Я уже такую книгу нашла, за целый миллион купила. Ами, я достала лунную книгу. Можешь ее показать? Из этой книги я смогу получить необходимые данные о море Селинити. Пи-пи-пи-пи-пи. Нашла! Это в Харуми, Токио. А почему именно в Харуми, Ами? Это именно то место, где находится Лунный дворец. Лунный дворец находился посреди моря Селинити. Море Селинити означает «чистый океан», а Харуми есть чистый океан. Никто ничего не понял. Если мы отправимся туда, возможно, мы сумеем попасть в прошлое. Давайте сходим и проверим это. Сегодня тут никого нет. Странно, и никаких представлений не показывают. Здесь в Харуми, тут всегда показывают шоу про Сейлор Мун. Может, актеры взяли выходной? Вот ведь не везет, Рэй. Да, посмотреть шоу было бы куда интереснее, если бы нам нечем было заняться. Давайте лучше искать то самое земное море Селинити. А? Что это за звук? Девочки, вы только что не слышали странный звук? Что это было? Что это... И что мы тут должны увидеть? Ой, как нас много ходит! НЛО! Это же НЛО с Черной Луны! Неужели судьба клана Черной Луны изменилась так, что они смогли воскреснуть? Но ведь Кирмисайт и все ее сестры вели счастливую жизнь. Девочки, перевоплощаемся! Космическая сила Луны! Звездная сила Меркурия, звездная сила Марса, звездная сила Юпитера, звездная сила Венеры, лунная призма, сила планеты Нептун, сила планеты Уран, сила планеты Плутон, сила планеты Сатурн. А теперь все отправляемся на НЛО. Постойте! Если все окажемся там, то некому будет искать море Селинити. И пока будем на НЛО, история вновь может измениться. Уранус права. Давайте разделимся на две группы. Согласна, так будет вернее. Вы правы, разделимся на команды по 5 человек. Так. Ну, Марс. Мне интересно, что из себя представляет Плутон, хотя она у нас не прокачанная. Хотя на 16 уровне жизни маловато, но в целом. Готовы? Сейлор телепорт. Так как? А. Так, а у нас есть чем снарядить госпожу Плутон? Красная униформа. Ты нам раньше лекарства давала, а теперь только продаешь.
равно денег особо нет, так. Аквамариновый браслет. Есть возможность сохраниться. Это зеркала какие-то. А что? Куда? Так, нет, не хочу ничего покупать. Что я должна сделать? Что? Она не уходит отсюда никуда. Ну давайте, где у вас тут потайной вход какой-нибудь, еще что-нибудь. Что такое-то, а? О! Я нашла, куда подойти. Кем я тут сейчас должна сражаться? Офигеть, шо жутко. Так, лик смерти, циклон Хроноса. Массово аж 12 сердечек занимает время, остановись. Да, для Плутона такая тяжко. Стрела! Так, а ты у нас духами воспользуешься. А ее убили сразу. Обалдеть. Что это они на нас так? А, и в итоге я себя захитила. Ха-ха. Забавно. Ну, опыта нехило так упало. И если бы двоих бы из нас бы не убили, бы они бы тоже апнулись. Так. Серьезно?
сразу снова убили. Просто моментом убили. Я, конечно, понимаю, что у нее всего одна единичка здоровья была. Но, блин! Так, давайте-ка мы попробуем поднять эту спящую красавицу. Давайте посмотрим, что за массовое племя. А! Да вы же ее так убьете! Блин, убили. И все? И вот это прям массовое. Давай, Рей, убей их нафиг. Отличненько. Надеюсь, что мы сейчас их победим. О, быстро! Sailor Moon, Sailor Venera. У нас все апнулись. Ну что? Да подождите вы, дайте мне разобраться, что тут сделать. Хитрый. Стою-ка я в блоке. Все-таки Венера так кричит, когда ее... Не? Сразу двоих убили. Офигеть. Какие они сильные, а. Наверное, мы вторую сразу это. Хотя... Больше всего набор недели есть. Если она выживет. Одну подняли, вторую поднять. Джан, hello. Glad to see you. Наверное, лучше сесть на бог Нигили. Good to see you. Thank you. О, ты ж присесть должна, наверное. Либо мы тут сейчас все умрем. Няу.
избивают меня. Да исчезните уже. Я девочек пытаюсь поднять, вы мне все мешаете. Сейчас нас всех прибьют. Но мы еще неплохо стоим. У Рэй хорошие атаки. У нее массовая и достаточно сильная. Опять что-то прилетело. Она окаменела. То есть эта странная жижа все-таки делает ее окаменевшей. Так, что-то тут было, что спасает от окаменения. Кто-нибудь видит? А вот это окаменение, отбивная. Пока меня не убили саму. Как отбивная помогает от окаменения? Типа ты не ты, когда голоден. Нас ешь и все пройдет. Теперь меня окаменяют. Рэй, убей уже их. Обалдеть. Ну все, сейчас еще Рэй добьют. Время 2 часа прошло. Время у меня уже здесь 12 часов ночи. На сегодня мы заканчиваем на этом. Вот. Потом как-нибудь мы вернемся к этой игре. Но, как я сказала, в воскресенье мы будем играть в Metal Warrior. Вот. Так что жду вас в воскресенье. Курама сладких снов. В 16:00 по Москве. Вот. Завтра, еще раз напоминаю, не будет. У меня дела. Так что не скучайте. Встретимся в воскресенье. Всем большое спасибо, что пришли. Security, отлично. Ну, спасибо за стрим. Доброго вечера, доброй ночи. Да. Всем доброй ночи. Большое спасибо, что были со мной. Бай-бай. Пока. Поки-ноки.